11 миллиардов кубометров воды потратили аграрии за поливной сезон. А филиалы Казводхоза заключили около 25 тысяч договоров с крестьянскими хозяйствами на подачу воды. Об этом рассказал официальный представитель Министерства водных ресурсов и ирригации на брифинге в службе центральных коммуникаций. Наибольший расход воды пришелся на Кызылординскую область. Там за поливной сезон израсходовали 3,5 тысячи кубометров. Меньше всех аграрии потратили в Жамбылской области. Несмотря на многочисленные прогнозы о засухе, Министерству водных ресурсов и ирригации удалось не допустить чрезвычайных ситуаций, дефицита поливной воды, извлечь уроки из прошлогоднего опыта и бесперебойно обеспечивать аграриев поливной водой. Положительный эффект на водные запасы оказали паводки. За время разгула стихии в водохранилище удалось собрать 75 миллиардов кубометров воды. В северных, центральных, восточных и западных регионах Казахстана они наполнены на 80%. Отремонтированы 98 гидротехнических сооружений в 11 регионах. Этот год был очень такой значительный паводок, где мы сумели безопасно его пропустить, а также набрать порядка свыше 12 миллиардов кубов воды в наших водохранилищах. И тем самым это мы использовали в период вегетации на данных регионах.